Wake the fuck up, samurai. We have a city to burn. We gonna be with you in a minute. Just take the fucking chip, Dex. I'll do what you and your psycho friend did. Не помню, виделся я здесь или нет. На свалке. Ну что там у нас интересно, такой веселый. О, походу дела это он как раз таки мне. Который терминатор ебаный. Да, точно это он. Блять, я смогу копашку положить, интересно. Come on, gamer, I have a reputation here. Ну здрасте. Где там Регина? Ви, привет. В пустошах разбился грузовик с имплантами. Хром топовый, но полиция туда не торопится. Не исключено, что аварию устроил киберпсих, и копы просто пересрали. Съезди туда, но не убивай никого без необходимости. Да говно вопрос вообще. Труп. А это что? Ничего не понял, ну ладно. Ну, может, откроешь его? Нет? Кровь. Че-то я очкую. Потому что там, по-моему, такой сердитый чувак очень. Как валить этого сердитого чувака, хз. Та сумасшедшая из холодильника, блядь, она хотя бы, ну, у нее холодное оружие было, а у этого, по-моему, блядь, что-то посерьезней. Че, как думаешь, Линусик, с дюжем? Ну, этого черта, блядь, в рукопашку положить или нет? Нина Кортекс, at your disservice. Так, ну-ка, тихо. Сначала давай посмотрим, кто он и что из себя представляет. Ебать мой хуй. Так, ну я его вижу там, вот он ходит. Ага. Блять, судя по звукам, он больше смешера. Да я без тебя вижу, где он. Где он, кто он и что он. Нет, ну точнее я его не вижу еще. Но скоро увижу. Так, он пошел туда. Кстати, я ж могу подкрасться, ему что-то там сломать, да, по-моему? Вот кто это, блядь? Киборг, блядь. Помноженный на вечность, нахуй. Это какой-то терминатор, выбежавший из джунглей. I love making you look bad. На нахуй. The damage only makes me look cooler. Ёб твою мать, нихуя себе! Ах ты гаденыш, блядь. Да нет. Не на него надо нацелиться. Сучонок. Давай. Tell
to the bio. Водила. Да хорош меня ронять. Я, сука, встану ведь сейчас. Температурная перегрузка. Отказ всех систем. Альтернативное питание. И стану очень злой. Scars! More battle scars! А, походу, дело не встану. Надо съебывать. Так, перекур. Так, ну у него 27 хп. На, сука, на, въебало. Ну чё, блядь, сдулся, сука? Ха-ха, Нина чемпион. Did it feel good for you too? Ну что, неплохая такая разминочка перед Атомом Смешером. Но я обосрался, да. Крезников. О, кстати, вот эта сранина нужна, да. Фух. Ну, было жестко. Но это что-то типа как в мультике. Он там уже весь сам в машину превратился. Не, ну вы видели это дерьмо, да? Вы видели? Видели? Да? 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 Видели? Просто вот он, блядь, в милитеховском, блядь, скелете, кибер-скелете. Я в рукопашку его замочил. Ну как? Не без помощи, конечно, второго сердца и этого самого, как он называется? Как это называется штука? А, без электрошока. Ну извините, блядь, он так, блядь, из бластера стрелял. Если бы, блядь, мы чисто, ну, баш на баш, в рукопашку сошлись. Так что, как бы, против вооруженного, блядь, невъебенным бластером Терминатора, блядь, даже какой нахуй, это не Терминатор, это, блядь, я не знаю, танк. Живой танк. Я его в рукопашку положил. Поэтому, как бы, ну, против такого можно и подыграть себе шокером. Господь сотворил всех нас из железа, а потом прибавил жару, чтобы перековать кое-кого из нас в сталь.